Последний раз я видел детей в воскресенье. В это воскресенье тоже на улице как бы. Ну что, приезжаешь туда утром, можешь прокараулить целый день. Если она выходит гулять. Вот в это воскресенье мне повезло, она пошла гулять. Мне удалось подойти и взять детей в коляске. Но тоже я говорю, что это сопровождается постоянно с агрессией, с криками, с руганием. Бывает, когда приезжаешь и просто не дожидаешься, что она пойдет гулять, или просто уже как бы, бывает, рано утром приезжаешь или вечером, просто заходишь в парадный, поднимаешься на 4-й этаж, 7-я квартира, рядом с квартирой бывает постоишь, просто рядом с дверью или рядом со стенкой, дотронешься до стенки хотя бы, за которой дети. Это единственный способ бывает, просто хотя бы быть ближе с ними. 8-й месяц сейчас идет, они родились 18 июня. Я жду всегда, конечно, положительного решения, чтобы сохранено было решение суда первой инстанции. Чтобы было, в общем-то, дети были дома. Как говорит Марина, уже она не может дождаться больше 7 месяцев своих ребят дома.